привет, мои золотые. Я знаю, вы по мне скучали. Ну все, страдания позади, я с вами, не нужно слез. Сегодня мы добрались до Комикона. Это огромнейшая выставка комиксов, игр, косплееров и прочее. И я думаю, что я уже в шоках. Потому что я здесь все уже увидела, чего, наверное, было бы всем интересно увидеть. О! Тут добро и зло вместе гуляют налево и направо. В общем, давайте посмотрим. О, Господи! Самое классное, что люди вкладывают столько времени в их костюмы, и некоторые костюмы просто вообще какие-то космические. И настолько здесь много людей, которые одеты, которые разукрашены, приходят в каких-то специально сделанных для них пошитых костюмах, аниме и всяких фильмах. Вот я Хищника недавно здесь увидела, стоял за углом, фотографировался. Дэдпул, Спайдермен, и вон еще какие-то чуваки сзади меня стоят. Это какой-то принц чего-то. Ну, это вообще, это настолько классно, такой клевый здесь вайб, такая движуха позитивная. Мне надо почаще на такие ходить, корпоративы. Веселье было безудержным, но вы сами видели, насколько все красочно, насколько все круто, сколько людей разных возрастов вкладывают любовь, время, деньги в их костюмы. Некоторые костюмы были вообще какие-то космические. Я обязательно сюда приду в следующем году, потому что, ну, это вообще здорово, этот вайб, этот позитив. Они сюда приходят себя показать и других посмотреть, и так много возможностей для фотографий, для видео, в общем. Это вообще что-то, конечно, классно.